Присутствующие. Управление работает в обычном режиме. На прошлой неделе поступило 2,5 миллиона пособий. На этой неделе должны поступить остальные, поэтому просьба всем сказать, что на этой неделе должны поступить, и деньги будут проплачены. Там, все. Владимир Николаевич, я разговаривала сегодня с казначейством. Хочу всем объявить о том, что я сегодня переговорила. Вчера казначейство не работало. Я рано утром набрала казначейство и сказала, это не наша война, не наша революция. Мы сегодня с вами должны жить по закону о местном самоуправлении. Революция, война всегда когда-то заканчивается. И я надеюсь, что она закончится очень быстро. Поэтому сегодня казначейство должно работать. Мне сказал Дмитрий Вячеславович, что раз так, все, казначейство выходит. Они уже сегодня с 9 часов вышли на работу. Все проплаты сегодня пройдут. Все платежки я подписала. У нас осталось заплатить только 600 тысяч нашим государственным чиновникам. В пятницу я максимально, что могла, то проплатила. Сегодня я проплачу все остальное. Должны проплатить пенсии, пройдут все вовремя, чтобы все понимали. Мы контролируем полностью всю ситуацию. Мы сегодня перешли сюда, но чтобы вы знали, вся техника, которая необходима для проведения оплаты, она сегодня имеется с нами. Поэтому все пройдет вовремя. Вы должны понимать, что УТСЗН должно работать в нормальном режиме. Ну, работает в нормальном режиме, все как обычно. Все, отвечает на звонки, значит, и всем предупредить, что сегодня исполком находится в ДК железнодорожника. Временно находится в ДК железнодорожника. Дальше.